Всем привет, ребята! Вы на канале Бомбилковод, и сегодня у меня для вас очень важная информация, которая вам поможет в ближайшие несколько дней поднять, ребята, очень классные прем-танки. Расскажу, как это сделать, что за акция такая у нас начинается 24 ноября в 9 утра по Москве. Будет она проходить до 1 декабря в 9 утра по Москве. В общем, сейчас все расскажу. Акция называется «Трейд-ин». И это уже четвертый, кстати, трейд-ин в этом году, ребята. Если вы ждали, самое время воспользоваться. Я расскажу вообще, что эта штука дает и как она действует. Итак, следующий трейд-ин после этого, кстати, пройдет уже аж в 2021 году, где-то примерно в феврале месяце. Так что, если хотите сейчас, самое время, иначе придется ждать. Что такое трейд-ин? Коротко говоря, это вы берете старый премиум танк, который вам не нравится, который какашка, сдаете его за половину стоимости, и вам дают скидку на какой-то новый премиум танк, который вы хотите купить в размере половины стоимости в золоте с данного премиум танка. Разберемся сейчас поподробнее, что происходит. Начнем с того, что поступили новые танки для сдачи. Сдать можно Т-42, Кинг Тигра захваченного, сдать можно Т-77, а это 3 американца, и А-46. Давайте немножечко по правилам обмена. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это то, что сдаваемый танк принимается за половину стоимости своей изначальной в золоте. Округление идет в большую сторону, если там будут какие-то неравности. Но, в общем, так что, ребята, еще раз внимательно. Вы, если будете участвовать в акции и будете сдавать прям танк, вы потеряете половину его стоимости. Потеряете. Танк стоил, к примеру, да, вы хотите купить какой-нибудь танк за 10 тысяч золота. В обмен вы сдаете машину, хотите сдать машину, которая стоит 5 тысяч золота, которую вы купили за 5 тысяч. По механизму трейд-ин старый танк будет зачтен вам за 2500 золота. Соответственно, доплатить нужно будет 7500, и в итоге скидка выйдет 2500. Хотя вы сдали танк за 5000. Я надеюсь, вы это все поняли. К тому же, ребята, очень важный момент. Проходящие в игре скидочные акции влияют на стоимость сдаваемого и покупаемого танков. Это, ребята, будет отображаться в окне обмена, но я хочу внимательно обратить тоже на этот момент ваше внимание, чтобы вы не облажались. То есть, когда вы сдаете танк, и он, например, вы его покупали за 10 тысяч золота, но сейчас действует какая-нибудь супер акция, и на ваш прем-танк идет скидка 30%. То есть вам дадут за него компенсацию, скидку не 5000 золота половину, а получается половину от 7000 уже. 2500 там сколько? 3500. 3500. Не 5000, а 3500. То есть вы эти 1500 голды потеряете. Хотя могли бы подождать, если время позволяет, когда скидка на ваш танк закончится, и уже получить скидку в 5000 золота. Это, ребята, очень важно. Поэтому тоже обращайте внимание, проверьте точно перед тем, как делать трейд-ин, все 10 раз. Какой танк можно купить в трейд-ин? Тоже частый вопрос, давайте попытаемся на него ответить. Обмену подлежат реально очень многие премиум-танки с 6 по 8 уровень, но с важной оговоркой. Сдать можно только премиум-танк равного или низшего уровня по сравнению с покупаемым. То есть, если вы хотите купить себе прем-танк 6 уровня, сдать прем-танк 7 уровня вы не сможете никак. Если вы хотите купить прем-танк 6 уровня, вы сдаете, соответственно, только танки 6 уровня. Если вы хотите купить прем-танк 8 уровня, вы сдаете танки 8, 7 и 6 уровня. В общем,
Вот такая штука, ребят, получается. Если вы сдаете прям танк 7 уровня, если вы хотите купить прям танк 7 уровня, вы не можете сдать прям танк 8, а только 7 и 6, то есть того же и низшего. Как происходить, как делать этот обмен, как пользоваться трейд-ин, давайте разберемся. Существует два способа. Первый — это внутриигровой магазин. Второй — это прямо через дерево исследований. Давайте еще уделим пару минут правилам трейдина. Акция действует для премиум танков с 6 по 8 уровень, с 24 ноября в 9 утра по Москве начинается и закончится 1 декабря тоже в 9 утра по Москве. Сдать можно только танки того же или более низкого уровня, чем покупаемый, но не ниже 6. Ниже 6 не сдается никак. Обмен проходит по принципу один к одному. То есть вы не сможете сдать 2 прем-танка, а получить один на халяву. Нет, такое не сработает. На цены действуют скидки, как я уже сказал. Если на сданный танк есть скидка, экономия выйдет меньше. Ребята, на этот пункт очень внимательно. Снаряды, снаряжение, оборудование на сданном танке бесплатно выгружаются на склад. Арендный стиль, привязываемый к определенному танку, он привязывается к определенному танку, поэтому если вы обмениваете танк, на котором привязан арендный стиль, то стиль остается на складе. И его можно использовать в дальнейшем лишь в том случае, если вы опять приобретете танк повторно, который сдали. Но это довольно глупо. Но, тем не менее, все бывает. Экипаж сдаваемого танка высаживается в казарму. Если в казарме не будет свободных коек, обмена не произойдет. Обмена не будет. Восстановить сданный танк за кредиты нельзя. Этот момент тоже нужно помнить. Новый слот под покупаемый танк можно не приобретать, он пойдет взамен сданного. Обмен происходит только при повторном подтверждении операции. Там, где рассказывается, что будет происходить с танком. До этого обмен можно абсолютно спокойно прервать, и ничего, ребята, не произойдет. Очень интересная акция, но еще одна поправочка, которую вот на вот экспресс я прочитал и вам хочу донести. Если у вас не получится обменять какую-либо машину на интересующий танк, убедитесь, что этого танка нет в карусели техники в вашем ангаре. Возможно, вы арендовали эту машину и срок аренды истек. В этом случае интересующий вас танк все еще находится в ангаре, но воспользоваться им нельзя. Чтобы избавиться от неактивной арендной техники, кликните по ней правой клавишей мыши и выберите «Убрать». После этого повторите операцию по обмену. Вот такая важная поправочка. Я думаю, с этой проблемой тоже многие игроки будут сталкиваться. Ну, в общем, ребята, акция интересная, но, опять же, выгодная или нет, не знаю. Но если вам совсем не нужен какой-то прям танк, вы хотите его сдать, потому что, ну, вообще на нем не играйте, почему бы нет и не получить скидку. Момент такой хочу вам напомнить. Спонсор этого видоса у нас, ребята, с обалденного сайта Вот Голд, где вы можете прямо сейчас получить себе золото и премтанк. И, кстати, на Вот Голд, если вам вдруг выпадет премтанк из коробки, который у вас уже есть, никаких проблем, ребята. Вы получите полную компенсацию этого премтанка в золоте. В золоте, не в кредитах, в золоте. Поэтому классная штука. Также там с одной коробки может сразу несколько призов выпадать. И прямо сегодня продолжает на Вот Голд действовать, ребята, колесо бонусов, колесо удачи. Каждый день можно заново крутить. Зайдите, посмотрите в закрепленном комментарии ссылку. Зайдите на Вот Голд, слева будет колесо удачи. Ну и еще, ребята, каждый из вас может получить крутой подарок
при пополнении счета на вот Gold, использовав специальный промокод, который находится в закрепленном комментарии под этим роликом. Промокод многоразовый, так что можете смело его скидывать друзьям, со взводным, со клановцам. Все они его смогут активировать, и каждый получит подарок при пополнении. Запишите этот промокод, он работает и на вот Gold, еще и на вот Kit, кстати, тоже работает. Очень классный. В закрепленном комментарии, не потеряйте. Ну и, ребята, также напоминаю вам, что в этом видосе вы можете выиграть золото еще и от нашего канала. Для участия в нашем розыгрыше подписывайтесь, прожимайте лайк обязательно этому ролику, это желательно, и оставляйте позитивный комментарий с вашим игровым ником. Ну и важно, также включите обязательно колокольчик в режим все уведомления, чтобы не пропускать выхода новых роликов на канале. Это новости по игре, обзоры крутых сражений, скандальные всякие видосы, разоблачения читеров, обманщиков, всяких там танковых подставушников, которые там разводят. В общем, все это мы тоже снимаем. И, кстати, если вы вдруг не хотите попасть под бан, а сейчас такая возможность есть, недавно забанили очень большое количество игроков, досмотрите видео до самого конца, и в последние 20 секунд этого ролика вверху справа на экране появится видос, где я расскажу, что не нужно делать, как нужно проверить свой аккаунт. Возможно, вы даже не знаете, что нарушаете какие-то правила и рискуете попасть под бан, причем и лишиться своего аккаунта навсегда. В последние 20 секунд вверху справа на экране будет этот видос. Посмотрите. Ну и, в общем, короткое мнение по трейдину, ребята. Акция, конечно, очень такая спорная. С одной стороны, да, вы теряете значительную половину стоимости сдаваемого примтанка, это обидно. Но с другой стороны, действительно, как способ избавиться от примтанка, который, ну, вам вообще не нужен, вы вообще на нем не играете, ну, хотя бы что-то. Ну, понятно, что полную стоимость нам бы никто не компенсировал этого примтанка, но хотя бы половина скидку для покупки какого-то другого примтанка уже неплохо. Но если у вас не хватает голды на то, чтобы докупить примтанк, добавить голды, то просто участвуйте в нашем розыгрыше. Подписывайтесь, лайки жмите, там колокольчик врубайте. Лайк очень важно прожать. Ну и давайте посмотрим финал этого боя. Вы помните, что вы смотрите обязательно видос до конца. И в разделе в последние 20 секунд будет такая штука на экране вверху справа. Ну, сейчас скоро уже появится, увидите. Это будет прошлый ролик, значок прошлого видоса, как раз таки, как не получить бан на свой аккаунт. Очень важная информация, обязательно посмотрите. Ну и, как мы видим, колесник здесь просто злющие, ядовитые танки, потому что враги вообще не знают, что с ним делать, он их наказывает по полной. Смотрим итоги. Ну что, ребят, это паскучи колобадны в пул защитник, основной калибр воин, 7203 с дамага, 10 фрагов, по опыту и по медалям все довольно красиво. Вверху справа сейчас как раз таки появляется тот самый видос, обязательно посмотрите, это очень важно знать, иначе можно потерять аккаунт. Может, вы даже и не знаете, что нарушаете правила, там я все рассказываю, новая информация. Вверху справа. На этом все, всем удачи, увидимся, ребят. Пока-пока.